Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такую повязку на голову салоха на резинке. Сейчас я вам покажу, как построить и нарисовать выкройку. Сначала чертим прямоугольник. Ширина его будет 6 см, длина его равняется. Обхват головы минус 10 см на резинку и делим на 2. Я буду шить на обхват головы 50 сантиметров, соответственно 50 минус 10 и делим на 2. Получается 20 сантиметров длина моего прямоугольника. Теперь рисуем рядом еще один прямоугольник длиной 14 сантиметров, шириной 9 сантиметров. Теперь в прямоугольнике размером 14 на 9 сантиметров рисуем наш бантик вот таким вот образом. Бантик рисуем только с одной стороны. Вырезаем нашу выкройку. Складываем пополам. И вот таким вот образом вырезаем ее. Наша выкройка готова. Берем ткань 100% хлопок, складываем лицом к лицу, прикалываем булавками выкройку и перерисовываем выкройку на ткань. Убираем выкройку, скалываем ткань булавками и вырезаем, оставляя припуски на швы. Таким же образом делаем еще одну такую же деталь. Снова складываем ткань лицом к лицу и вырезаем из нее прямоугольник длиной 20 сантиметров и шириной 6 сантиметров, оставляя припуски на швы по длине вверху и внизу. Сшиваем деталь по длине, вверху и внизу. Остальные наши детали тоже сшиваем, оставляя вот эту сторону не зашитой. Теперь берем нашу перемычку, убираем булавки
и выворачиваем ее, хорошо расправляя края. Потом берем следующую деталь, убираем булавки, отрезаем уголок, вот этот, и аккуратно делаем надсечки по округленным сторонам. И выворачиваем. Края расправляем изнутри. Для этого я использую ножнички. Вторую такую деталь выворачиваем также. Теперь берем эту деталь и вот этот край подгибаем вовнутрь на 1 сантиметр и утюжим. На второй такой же детали делаем так же. Вот наши проутюженные детали. Теперь берем перемычку и вставляем в нее резинку длиной 10 сантиметров. Размещаем ее посередине и прошиваем на машинке туда-сюда несколько раз. Достаем второй край резинки с другой стороны и также размещаем ее посередине и фиксируем на машинке. И вот такая вот резинка у нас получилась. Теперь соединяем наши детали. Засовываем резинку в эту деталь таким вот образом. Скалываем булавкой. И прокладываем строчку. Убираем булавочку и вот здесь вот рядышком прокладываем еще одну строчку. Вот такие вот две строчки у нас получились. Со второй стороны делаем то же самое. Наша повязка готова. Теперь завяжем бант. На голове это будет сделать удобней.